Привет, Life from Thai! Сегодня крем от варикоза, натуральное масло жожоба и гель для глаз. Пилософ. Крем от варикоза и папирозы. Заказывала себе, так как за беременность набрала лишние килограммы, это давала себе знать. Сосудистые звездочки по всей ноге и около колена вылезла огромная вена, которая доставляет очень много неудобств и боли. Крем весьма экономичен, хоть это и маленький тюбик, всего 25 грамм, его хватает, думаю, надолго, если использовать только точечно. Я же использовала на всю ногу, поэтому за 3 недели, к сожалению, крем кончился. Пузыречек уже пустой. Крем не жирный, впитывается максимально быстро, не оставляет следов на одежде. Это большой плюс. Подводя итог 3-недельного использования этого крема, варикоз не исчезает. Вена как была, так и остается, звездочки сосудистые остаются. Зато могу точно сказать, заметно исчезает синдром беспокойных ног, мурашки, которые беспокоят по ночам, из-за которых невозможно заснуть. Также снимает заметную тяжесть в ногах, то есть если с утра встать, намазать кремом, пойти на работу, то полдня как минимум ты не чувствуешь неприятных ощущений тяжести. Масло жожоба. Выглядит оно вот так. Когда первый раз открыла бутылочку, очень приятно была удивлена запахом. Пахнет необычно для масел, немножечко напоминает что-то хвойное. Заказывала опять же для себя, для своего растущего беременного живота, чтобы предупредить растяжки и сухость кожи. Что ж, я его использую не только для живота. Также использую как основу под косметику, под макияж. Замечательно впитывается, не оставляет жирного остатка, полностью исчезает. Единственное, замечательно, превосходно напитывает кожу. Особенно сейчас у нас глубокая осень, сейчас в России. Кожа воспринимает похолодание очень плохо. И благодаря этому маслу кожа насыщается, увлажняется. Какие-то неровности сглаживаются, и поэтому очень удобно и приятно использовать. Что еще могу сказать? Очень экономичное использование. Здесь дозатор. Упала. Здесь дозатор, который выдает очень аккуратные капельки. Так, что еще сказать? Что ж, прекрасно насыщает, увлажняет, питает кожу. Мне очень понравился эффект, я довольна и советую всем вам. Ну и напоследок, крем для глаз с фильтратом улитки и гиалуроновой кислотой. Он вот так выглядит. Я покупала его, я заказывала его не для себя, я заказывала для своей мамы, потому что я таких проблем с глазами еще пока с кожей вокруг глаз не испытываю, а вот моя мама, которая уже за 60, она все-таки чувствует, то, что какие-то гусиные лапки появились вокруг глаз, мешочки под глазами, верхнее веко нависает, и ей это, естественно, очень не нравится, ей хотелось попробовать какое-то хорошее тайское средство. Это не тайское средство, как там написано, и, по-моему, какое-то корейское или что-то такое, не могу точно сказать, но средство действительно очень понравилось. Я выложу попозже фотографии до и после использование, но он пользуется 2 недели. Действительно, эффект есть и очень хороший. За 2 недели применения мама почувствовала, что вокруг глаз кожа стала намного светлее, мешки над и под глазами расправились, немножко приподнялась верхняя века. Также гусиные лапки стали менее глубокими, менее заметными. То есть за 2 недели очень хороший эффект. Планируем попользоваться еще неделю, чтобы полностью уже ощутить эффект от этого средства. И я позднее выложу фотографии до и после применения, чтобы увидеть результат. Мама довольна, ей нравится. Так, в целом, пришло все как всегда в срок. Все упаковано идеально, ничто не протекает, не лопается. Идеально. Спасибо за внимание, до свидания, пока-пока.